Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Более 25 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии собрали власти и жители региона. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкесска появился бюст генерал-майору авиации, герою России Канамата Боташеву. Министерство культуры республики разработало инновационный проект модернизации системы домов культуры республики. 6 марта в Карачаево-Черкесии состоится торжественное открытие года педагога и наставника. Далее об этих и других темах подробнее. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкесска на аллее выдающихся полководцев российского государства открыли бюст нашему земляку, генерал-майору авиации, герою России Канамату Боташеву. Канамат Хусеевич принял свой последний бой 22 мая 2022 года за штурвалом истребителя Су-25 в небе над Донбассом, спасая попавшего в окружение российских бойцов. О его героическом поступке напомнил присутствующим на митинге первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Марат Хубиев. 22 мая в 2022 году в районе города Попасная генерал-майор авиации с позывным «Канамат» услышал по рации, что штурмовая группа наших войск попала в окружение. Ребята просили поддержку. Все понимали, что для того, кто решится им помочь, это будет последний вылет в жизни. Канамат Хусеевич не мешкал ни минуты. Он атаковал позиции врага, вызволил товарищей и погиб. Вражеская ракета попала прямо в носовую часть самолета. Ты можешь быть кем угодно. Моряком, дворником, летчиком, такелажником. Но ты должен быть лучшим. Такими словами наставлял его отец Хусей Ильясович, когда он сообщил ему о том, что он поступил в Ейское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Комарова. Он действительно был лучшим. И не зря командиры говорили про него. У Боташева есть то, чему можно научиться только от Бога. Более 25 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии собрали власти региона. Это первый груз для пострадавших стран, отправленный из Карачаево-Черкесии. Но при необходимости власти и неравнодушные жители республики готовы собрать и другие товары для отправки, рассказала советник министра промышленности, энергетики и транспорта региона Анна Попова. Ассоциацией «Во благо» было собрано около 3 миллионов рублей для покупки жизненно необходимых товаров для пострадавших. На эти средства волонтерами и сотрудниками фондов было закуплено несколько сотен обогревателей и термосов, детское питание, средства личной гигиены, одеяло, бензиновые генераторы, все, что может пригодиться пострадавшим в зимний период. По поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова, в соответствии с запросом Минобороны России, правительством был сформирован гуманитарный груз для пострадавших жителей. Непосредственно было собрано более 25 тонн груза. В груз вошли такие необходимые вещи, как палатки, спальные мешки, постельные принадлежности, посуда, медикаменты, продукты питания. Хотелось бы отметить общественную организацию «Мы вместе», которые собрали около 3 миллионов рублей и приобрели гуманитарный груз, который вошел в общий тоннаж. Региональное отделение социального фонда уже перечислило первые специальные выплаты, которые правительство Российской Федерации установило для медиков с 1 января этого года. На сегодняшний день средства перечислены работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также сотрудникам станции и отделений скорой помощи. Общая сумма надбавок превышает 7 миллионов рублей. Ее получили 900 работников. Об этом рассказала начальник управления реализации социальных программ и страховых выплат отделения Социального фонда России по Карачаево-Черкесии Ирина Машкова. Самостоятельно обращаться в клиентские службы фонда, подавать заявление или предоставлять справки нет необходимости. Отделение социального фонда перечисляет средства в течение 7 рабочих дней на банковские реквизиты, которые направляются медицинскими организациями в адрес социального фонда.
Новая выплата полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральным районным, районным и участковых больниц, а также работникам станций скорой и медицинской помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Медицинские организации направляют электронный реестр сведений на работникам, которым эта выплата полагается, в которых указана сумма, которую необходимо перечислить работнику, а также банковские реквизиты, необходимые для перечисления специальной социальной выплаты. 6 марта в Карачаево-Черкесии состоится открытие года педагога и наставника. Торжественное мероприятие пройдет в здании Республиканской государственной филармонии. Мероприятия по открытию года педагога и наставника пройдут и в каждом муниципальном образовании республики с 6 по 10 марта. В этом году в республике откроется около 20 центров точка роста. Сейчас в Карачаево-Черкесии их функционирует 113, а в текущем году добавится еще 18. Благодаря их работе порядка 1400 школьников из сельской местности получат площадки для творчества и общения. Попробуют на практике профессии инженера-робототехника, программиста, шахматиста, химика и биолога. Будут самостоятельно изучать, творить и создавать. Откроют новые возможности, найдут для себя новые увлечения. Кроме того, в этом году 17 образовательных учреждений будут оснащены новым современным цифровым оборудованием. В управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии прошла пресс-конференция, посвященная проведению в республике иммунизации против полиомиелита. В 2002 году Россия была сертифицирована как страна, свободная от полиомиелита, и сохраняла этот статус в течение последних 20 лет. Однако сейчас циркуляция вируса вновь принимает опасный характер. Прервать его распространение может только дополнительная иммунизация. В связи с этим планируется вакцинировать в Карачаево-Черкесии детей в возрасте от 3 месяцев до 9 полных лет. И тут принципиально важно, чтобы дети, получившие менее 3 доз вакцины от полиомиелита или отказавшиеся от нее, были разобщены от привитых, сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. В школах нет такой архитектурной возможности разъединения детей на отдельные классы. Это либо нужно, может быть, сменную какую-то систему вводить. Поэтому решили пойти таким путем. Мы предлагаем детям дистанционное обучение. На базе нашего РИПКРУ есть возможность, есть оборудована студия, которая может вещать на всю республику. И без ущерба для образовательных организаций мы предоставляем самых лучших учителей, это мы можем гарантировать. Буду сейчас говорить о детских садах. Каждый муниципалитет вырабатывает, ну, скажем, свой взгляд на эту ситуацию. Поясню. Есть наши садики, все построены таким образом, что они имеют возможность изолировать группу. Мы предложили организовать такие группы в каждом детском дошкольном образовательном учреждении. Но есть маленькие садики, поэтому им предложено перейти в другой садик, где такая группа есть. И третий вариант тоже согласие родителей или законных представителей, когда ребенок, родители говорят, мы посидим просто этот период дома. В республике разработали инновационный проект модернизации системы домов культуры Карачаево-Черкесии, в соответствии с которым предполагается строительство и реконструкция объектов, их техническое переоснащение и обучение сотрудников, рассказал министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. По его словам, команда специалистов в течение полутора лет собирала информацию о специфике действующих культурно-досуговых учреждений региона, проблемах работы, а также изучала их инициативы и пожелания работников и посетителей. Программа предполагает модернизацию функциональной программы ДК, создание концепции типового многофункционального культурного центра и онлайн-платформы для презентации деятельности домов культуры, а также формирование сообщества, использователей, партнеров и сотрудников домов культуры республики. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети,
на гаджеты. Как нам сделать Дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе? Чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов? И как на всем этом зарабатывать? Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. Начался самый строгий православный пост, а также самый продолжительный – Великий пост. Длится 48 дней в этом году с 27 февраля по 15 апреля. Во время поста нельзя употреблять пищу животного происхождения, есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Но стоит при этом помнить, что цель Великого поста заключается не в диете, а в покаянии, общении с Богом, молитвах и помощи ближним, комментирует благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа Александр Нартов. К большому сожалению, большинство людей, которые постятся, совершают это лишь в рамках собственного тела, то есть ограничивают себя в пище. Люди, которые чуть-чуть более воцерковлены, стараются как-то ограничить себя в каких-то излишествах. Ну а самым лучшим постом является приучение себя к регулярному посещению храма, регулярному причастию, регулярному исповеди в своих грехах. И дополнительным инструментарием будет ограничение себя в пище. Дополнительным инструментарием будет ограничение в каких-то лишних мероприятиях, увеселениях и так далее. Телемарафон «Народный фронт. Все для победы», прошедший в эфире телеканала «Архыз-24», за 8 часов эфира собрал 2 миллиона 635 тысяч рублей. Организатором выступил Единый республиканский штаб при главе республики. Кроме перечисленных средств, перенесли квадрокоптер, рации, печки-буржуйки, теплые вещи и много другого необходимого бойцам на передовой. Студенты колледжа «Профессионалы» из станицы Зеленчукской привезли 4 печки-буржуйки, а компания «Склад заморозки номер 1» делилась продуктами. Профсоюз работников образования региона закупил квадрокоптер, а жительница Черкесска принесла связанные носки. Члены регионального штаба Народного фронта предоставили рации для связи. Всех тронула история школьника Исмила Зикеева, отдавшего на нужды бойцов деньги из своей копилки. Информацию комментирует руководитель регионального исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Хочется поблагодарить, во-первых, главу республики, под эгидой которого проводится телемарафон. Весь оргкомитет – это те люди, которые помогали организовывать и проводить сегодня и до сих пор на связи с нами, со всеми. Отдельно хочу выделить коллектив «Архыз-24», телеканала, который практически весь коллектив был задействован в грандиозном мероприятии. Хочется поблагодарить всех, кто поучаствовал в марафоне и путем перевода денежных средств, путем прихода сюда к нам в Народный фронт и кто принес свою помощь. Также благодарю всех гостей и участников марафона, которые призывали участвовать жителей республики, присоединиться к нашему общему единому делу. Давайте будем едины, давайте вместе продолжать делать добрые дела. Марафон на сегодня завершен, но сбор и помощь продолжаются. Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесии информирует об изменении в организации дорожного движения по улице Красноармейской в Черкеске. Теперь от переулка Союзного в сторону улицы Красноармейской установлен знак «Движение запрещено». Со стороны улицы Умара Алиева установлен знак «Въезд запрещен». Действие установленных знаков применяется в рабочие дни, но по выходным дням движение осуществляется, как и прежде, без ограничений. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода.
По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14-19, в горах местами до плюс 10. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков, ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 19 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!